Иду домой и вижу кладбище животных. Сегодня горело. Потому что я с утра здесь проходил, все было хорошо. А сейчас смотрю, что здесь был пожар. А я и видел, что что-то дымело. Ну, не только здесь. Говорили, что... Ну, мусорка там горит и так далее. Здесь я не видел. А, видимо, и здесь что-то было. У нас сегодня прекрасный вечер, кстати. Не жарко, ветра практически нету. И за сегодня было две тревоги, ребята. Но я ничего не слышал, я работал. В Телеграм я не заходил, не смотрел. Я так думаю, что в городе Днепр все тихо и спокойно. Но это что касается Днепра. Дай бог, чтобы так и было. Ну, мы все надеемся на лучшее, конечно. Не от нас это все зависит. Но что нам остается? Только надеяться. Вот такой вот небольшой блог. Как мне сказали подписчики, выходи почаще в эфир. В целом, видео особо не информативное, да? Но то, что нет новостей, это уже хорошо. По крайней мере, для меня лучше. Пускай не будет новостей, чтобы все было стабильно хорошо. О, солнышко как вышло. Смотрите. Такая погода, а вот чертополох, что с ним случилось. Он уже отцвел. А было красиво. Вот здесь я тоже снимал. Сейчас уже отцвел этот чертополох, и все. Весна закончилась, и все закончилось. Хорошо, ребята, рад был вас снова видеть на своем канале. Буду заканчивать блог, так как уже много людей. Всем хорошего вечера и на связи. С вами был, как всегда, Александр. Всем пока.